В одном из дворов Оренбурга нашествие машин, а на объездной дороге рекламная конструкция чуть было не стала причиной ЧП. Как удалось избежать тяжелых последствий и как бороться с непрошенными гостями, расскажем в рубрике «Что случилось?». Многие автомобилисты, проезжающие сегодня днем по объездной, стали свидетелями того, как рекламный щит раскачивался из стороны в сторону. Как нам сообщили обеспокоенные оренбуржцы, они были уверены, что вся конструкция рухнет на землю. И в принципе были правы, такой риск действительно существовал. Надлом элементов крепления, как мы видим, вот сейчас мы можем видеть, то, что данная конструкция была закреплена к опорной стойке. И произошел отлом щитовой части конструкции от опорной стойки. Вовремя прибывшие рабочие демонтировали опасный рекламный щит. Одна из организаций на рекламном рынке Оренбурга чуть было не прославилась, причем не своей пиар-компанией, а трагедией, которая могла произойти после падения этого рекламного щита. Щит компании «Мегаформат», который мы видим на заднем плане, данная компания на протяжении полутора лет всячески игнорирует наши просьбы, наши предписания, письма о том, что необходимо провести техническую экспертизу данных принадлежащих рекламных конструкций. Представители администрации говорят, это уже третий подобный случай, и во всех фигурирует именно эта рекламная кампания.